Денис, давай руку. У меня кое-что есть для тебя. И это интересный подарок. Ну ладно, давай посмотрим, что у тебя там. Ничего себе! Это же пони-сюрприз! Да-да, давай скорее открывай его. Так, что у нас здесь? Он такой красивый и приятный на ощупь. И довольно-таки весомый. А ты думал, что я тебя не люблю? Тот, кто любит, всегда дарит только красивые подарки. Ну ладно, и даже вижу, я очень рад твоему сюрпризу, Киндеру, ведь здесь я нашел стикер. Пони? Ничего себе, даже конфеты положили. Супер! Конечно. Я его привез тебе из самого большого игрушечного магазина. Там был Дед Мороз. Я у него попросил подарок на свой день рождения. Так, подожди. Это твой подарок? И ты его мне подарил? Ну да. Я же не могу его открыть сам. Для этого мы с тобой вместе с нашими зрителями открываем каждый наш подарок. А-а-а. Вот ты добряк наш. Так дело не пойдет. В следующем видео я обязательно куплю тебе новый подарок. И он с каждым разом будет только лучше. Ура, ура, я хочу много подарков. Мы их всех будем открывать на нашем новом канале «Синий трактор». Хочу показать нашим зрителям все. Ты только посмотри. Тут же можно собрать целый набор из стикеров пони. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. И седьмой у нас подарок. Ух ты, я тебе подарю в следующем видео кое-что интересное. Угу. Очень буду этому рад. Спасибо тебе, Денис. От меня и моих зрителей. Синий трактор очень любит тебя и детей. До новых встреч. Пока.